Памятный знак воину афганцев в сквере славы был установлен ровно 30 лет назад. Каждый год там собираются участники боевых действий, чтобы вспомнить погибших товарищей и встретиться с сослуживцами. Сегодня в сквере состоялся торжественный митинг в честь 33-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. Сегодня очень важен момент патриотического воспитания молодежи. Я сегодня хотел бы пожелать всем участникам Афганистана поздравить с этой датой, выразить слова благодарности от ветеранов за то, что они сегодня проводят такую большую патриотическую работу среди жителей муниципального образования. Ну и, пользуясь случаем, поздравить всех с наступающим праздником, Днем защитника Отечества. В митинге приняли участие представители мэрии, депутатского корпуса, ветеранских и общественных организаций. В афганской войне погибли 12 анапчан. Сегодня их назвали поименно и к памятнику возложили цветы. Эта дата для меня, она как бы двойная, тем, что в 85 году, 14 февраля, меня ранило тяжело. И так получилось, что уже после госпиталя, кто знал тогда, что еще война продлится почти 4 года. Вам часто приходится рассказывать о тех событиях? Приходится, потому что молодые ребята, которые подрастают, они должны немножко знать о той войне, как говорится, зная о прошлых войнах, будешь готов к следующим войнам. Люди, которые не помнят своего прошлого, они обречены. После торжественного митинга и общей фотографии на память, многие ветераны остались в сквере, чтобы пообщаться. Им есть что вспомнить. Война, продолжавшаяся более 9 лет, оставила неизгладимый след в их жизнях. Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа регион.